Всем привет! Эдуард Александрович, шоу «Фин». Сегодня весна наступает. Александр ходит, улыбается. А в 3D-скоро опустим новый видос. Смотрите, подписывайтесь на канал «Джагром». Моя кормиловка, группа тоже «Джагром». В «Одноклассниках», ВКонтакте. Найдете очень легко. А сегодня мы в гостях у Сергея Макартычана в поселке городского типа Кормиловка, рядом с Омска, на улице Гагарина, здание КБО. Пойдем посмотрим, что у него есть. Отличная продукция. Резет называется. Резет. Резет, вот. Здесь все самые лучшие качественные товары из города Омска, Москвы, со всей России. Я не знаю, здесь и чехлы для ноутбуков, и наушники, и зарядки, и айфоны, которые сейчас очень знамениты, мыши. Здесь выбор просто огромный, великолепный выбор. Визитки здесь можно делать, заказывать. Ребята, приходите сюда. Самые дешевые цены в Кормиловском районе только здесь, в Резет. Рекламу делаем, баннера печатаем, таблички печатаем. Ой, как здорово. Ксерокопии, фотографии. Если нужно что-нибудь, обращайся, все тебя здесь ждут. Совершенно не другое время. То есть номер телефона прям твой можно продиктовать. Где визиточка? Это вот визиточка Резет. 8-908-41-3-2. Запоминайте, очень простой номер. Обращайтесь, покупайте, приходите, смотрите, трогайте. Ремонтом что ли занимаетесь? Ноутбуков полностью все, системники, ноутбуки, планшеты, телефоны. Мы одни из тех, кто в нашем районе в Кормиловке ремонтирует iPhone. Любой модель с 4 по 7, то есть любые услуги по iPhone, переклейка стекла, без замены модуля. То есть запчасти все в наличии есть. Классно. Если честно, сейчас сенсорный гнить айфон мне придет в подарок. И день рождения 6 апреля, не забывайте меня поздравить. Сереж, гоночки, рули, сам-то водишь или ты любишь реальную жизнь? Ни разу не пробовал. Еще сам даже не пробовал, мне кажется, ты такой крутяк. Садишься дома, ставишь руль, вниз педальки и руль, и передатчик. И очки, Сережа, можно мне проверить, как это вообще такое, что это такое? Что, ты не видел? Я ни разу не был в очках еще в виртуальной реальности. Вот. Пора вставлять. Что, будем Катюша? Включать? Будем включать, а Сережа. Хочу попробовать. Пожалуйста, сделай это. Я прям присяду. Так. Сейчас включаем, вставляем. У тебя семерочка? Шестерочка. Пока только 6. Пока только, да. Так, зарядили. Так. Дальше. Welcome to the Virtual Avengers Tower. Вот, спасибо, хорошо. Приходите к нам еще за подарками и сюрпризами к Сереже Макартычану на улице Гагарина, КБО. Все.
все, что хочешь. Вот такие виртуальные очки, я просто кайфанул. Мне это было приятно, интересно, весело и здорово. А вы не забывайте, мои любимые зрители, подписываться на канал Джагром ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе, все уже есть. У тебя заведение просто огонь. Я буду всем его рекламировать, Сережа, потому что лучшего места для покупки гаджета я еще не видел. И для ремонта. То есть починка, резет. Нажимаешь кнопочку, перезагрузка. Сброс. И все как новое. Рад был тебя видеть. Спасибо, что зашли. Каждый день буду заходить тебе. Без проблем, заходи. На чай, на печенюшки, на зеленый полезный чай. На вейп вкусный.